Мы ищем точки соприкосновения на пространстве, где можем пересекаться. Оно разнообразно, далекое и близкое, понятное и непонятное. Повседневность, медиа, культурное наследие, что актуально для наших общественностей. Мы и дальше будем искать точки соприкосновения. На прежнем месте в эфире радио Атинат. В понедельник, среду и пятницу. 16:16. Здравствуйте! Вы слушаете передачу «Точки соприкосновения», которая выходит в эфир в рамках проекта «Радио Атинати». Рождественские праздники – тема сегодняшней нашей передачи. В первом блоке вы услышите репортаж из Абхазии, подготовленный нашими абхазскими коллегами на эту тему. Во втором блоке мы будем говорить о рождественских традициях в Самегрело и, соответственно, о всех атрибутах, которые соответствуют этому празднику. Я вам напомню, что нас можно услышать по интернету по адресу www.radioatinati.g, посмотреть одноименную страницу Facebook. Веду передачу я, Майя Пипия. Чем больше точек соприкосновения, тем прочнее связи. Конечно, мы все верим в Бога. Это вот самый вот прекрасный праздник, да, каждый год то, что бывает. Вообще, реально, когда ты в церковь заходишь, такое ощущение, вот ты в таком месте находишься, ты когда даже выходишь из церкви, приятно как-то становится, легко очень становится. Рождественская ночь, две молодые девушки идут домой по пустынным улицам Сухума. Меня зовут Сергей Николаев, в этот поздний час я, тоже ночной прохожий, спрашиваю у девушек, что они чувствуют после посещения церкви. Каждый, наверное, чудо ждет какого-то, так и я, так и моя сестра ждет чудо. Знаю, все ждут чуда, как всегда. Они были в Айтаровской церкви, а я возвращался из городской, той, которая, согласно повестям Фазиля Искандера, некогда была Сухумской греческой церковью. Церкви не протолкнуться. Управляющий местной православной епархией отец Виссарион обратился к пастве с проповедью. Месса проходит, как всегда, со звоном колоколов и молитвами церковного хора. Светские люди, но для нас это приятный день. Мы рады за всех, кто его отмечает. Мы сами просто гуляем, у нас хорошее настроение. Бога верим мы, Иисуса Христа, поклоняемся. Я не особо верующий человек, поэтому мне просто красивый праздник. Нет, ну конечно, значит, безусловно, Абхазия христианская страна, много здесь, в принципе, храмов таких старых. Конечно, Рождество Христово празднуется в Абхазии, я думаю, очень широко. Конечно, готовимся, ждемся, вот, когда вот соберемся все близкие, родственники с семьями, с детьми, ходим в церковь сегодня, свечки зажгли. Конечно, светлый праздник под Новый год, очень приятно всем. Это были мнения людей на улицах, а вот мнения некоторых моих знакомых по поводу праздника. Я вообще не очень часто бываю, вхожу в церковь, но в такие дни, в небольших праздниках, на Пасху, на Рождество, хочется побывать в храме, чтобы почувствовать эту атмосферу праздничную. Это пение, светлые лица тех людей, которые находятся в церкви. Вообще общий настрой, который особенно чувствуется именно в эти дни. И поэтому каждый год я стараюсь именно вот к ночной службе попасть. Пусть я не смогу достоять до конца, но хотя бы начало и большую его часть, принять участие в этом. Ну, потому что такие дни, в которые надо приходить в храм, хотя бы вот в эти вот два раза в год на Пасху и на Рождество. Ну, в церкви действительно какие-то другие ощущения идут. Ну, вещь это какие-то ощущения, которые, может быть, рационально не объяснишь, о чем идет речь. Какой такой поток идет. Откровенно говоря, это требует, конечно, большей подготовки, чем, скажем, у меня по поводу понимания того, что как происходит. Ну, какое-то таинство происходит такое, знаешь, физически ощущаешь.
Это действительно разные вещи, когда сам молишься и когда все вместе молятся. Хотя я себя считаю верующим человеком, но, скажем, так не готовлюсь, как надо было бы. Но ощущаю как бы значимость этого праздника гораздо больше, чем просто Новый год. Я как обычный ленивый человек, или человек, которому периодически она просыпается, лень, неохота было, конечно, в холод и куда-то выходить, даже в Рождество, но как бы в какой-то момент что-то вытолкнуло. И такие ощущения, как в храме, нигде не испытаешь. Уже несколько лет ощущается, что много людей в храме и много молодежи. Итак, Новый год пришел. Будем надеяться, что он принесет нам больше добра, мира и счастья. С вами был Сергей Николаев. До следующих встреч. Чем больше точек соприкосновения, тем прочнее связи. С Новым годом и наступающим Рождеством. Именно рождественским традициям посвящается наша сегодняшняя передача. Для беседы на эту тему мы пригласили практически нашего эксперта, уже можно сказать, этнолога и журналиста Нону Кобалия. Нону, приветствую вас в эфире нашего радио и в нашей передаче снова. Приветствую вас с Новым годом. Уже в этом году. Уже в этом году. Традиции наши рождественские в каждой части Грузии и по-разному отмечаются, и Рождество Христово отмечают по-своему. Но один обычай, забытый в советское время и возрожденный в 90-е годы святейшим католикосом-патриархом нашим Ильей II, общий для всей нашей страны. Праздник отмечается напоминающим русское и украинское колядование шествием и песнопениями «Аллилу» от слова «Аллилуйя». Этой традиции много веков. Группа мужчин обходила дома с песнопениями и поздравляла всех с Рождеством, и процесс возглавлял так называемый «Махаровели», то есть «Вестник радости». На грузинском хозяйка дома встречала его на пороге и одаривала фруктами, сладостями, хлебом и яйцами. Впоследствии мужчин заменили дети, и они сегодня идут впереди процессии, нарядно одеты, с венками на головах, символизируя ангелов. С ними, молясь, идут представители духовенства с иконами, крестами и хоругвями. Ну, вы слышите современную версию «Алило» сейчас, и замечательное настроение у тех людей, которые встречают Рождество. Я надеюсь, что это так во всех семьях, кто собирается встречать Рождество. В соответствии с дохристианскими еще традициями, в шествии, которое называется «Алило», участвовали ряженые, но изображали они евангельских персонажей, пастухов и волхвов. Алило начинается сразу после рождественского богослужения, и в нем участвует весь город. Хотя вот давайте углубимся немножечко в прошлое. Где берут истоки эти традиции рождественские? Как это происходило у нас, в нашем замечательном уголке? И как это происходило, скажем, в Гурии или в Абхазии? Калатнона, поделитесь с нами. Да, рассказывать придется нам долго. У нас нет времени, поэтому я отмечу основные моменты, то, что сближают наши ритуалы новогодние и рождественские. И есть там какие-то расхождения, и об этом тоже, если будет возможно, конечно. Конечно, мы готовы. В первую очередь я бы начала с того, вы прекрасно описали ритуал Алило. И я бы добавила то, что мигрелы, вообще грузины, абхазы и некоторые другие народы, которые носят христианскую веру до сих пор, и на Кавказе тоже, они считали, что Новый год, Рождество – это время открытия небесных врат.
И в такое время человек может увидеть небеса такими, какими они есть, и увидеть там ангелов, и пригласить их в свою душу. И когда мы устраиваем хождение с песнопением «Алило», это поем не мы, а это ангелы поют в нашей душе. И интересно и очень значительно то, что дары, которые собирают этот процесс у людей, приходя в каждый дом, они потом раздаются неимущим, больным людям. И это тоже делают ангелы в нашей душе, которых мы пригласили в эту чудесную ночь. Теперь, что касается общего. Да, песнопение «Алило» и этот ритуал, он есть и в Гурии, и в Мегрелии, по всей Грузии, в том числе и в Абхазии. И все эти знаки, о которых я сейчас говорила, они отмечены этими знаками, эти процессии. Чем больше точек соприкосновения, тем прочнее связи. Ну, если ближе к делу, я бы перешла сейчас в Абхазию, потому что наша душа в такое время стремится туда, где ей легче дышится. Абхазия – моя родина. Я вспоминаю свое детство, но детства не хватит мне для того, чтобы описать Новый год в Абхазии. Я еще раз перечитала чудесную совершенно книгу Нугзары Антелава. Это профессор, историк. Он выпустил книгу «Абхазские мифы и ритуалы». Там у него чудесно все описано. Я, с вашего позволения, кое-что расскажу вам из этой книги и добавлю то, что я сама помню и знаю от других истоков. Теперь абхазы не все носят христианскую веру, мы это знаем, но есть там большая часть населения, которая считает себя христианами и живет христианскими законами. Но для всех, несмотря на то, мусульмане, они просто остались язычниками, полуязычниками или есть христианами, Новый год везде встречался с большой радостью, потому что это был праздником оборота солнца, нового зимнего солнцестояния, то есть начало Нового года, и каждое начало в себе несет всегда надежду, что начинается обязательно что-то лучшее, а и все плохое остается позади. Ну а как же? Ну конечно, да. Так и есть, наверное, если мы очень это захотим. Да. Человек сам кует свою судьбу, и раз мы говорим о том, что мы сами куем свою свободу, наверное, свою жизнь в дальнейшем, наверное, надо обязательно начать тогда с кузнецов, потому что и в абхазской, и в грузинской мифологии мир создан кузнецами. Это они куют судьбоносные звезды, они прикрепили солнце и луну к небу, и поэтому накануне новогодней ночи и в Абхазии, и в Мегрелии, и в других уголках Грузии эта ночь особо отмечалась тем, что если какая-то часть населения, и я скажу, что это большая часть, ожидала наступления Нового года, то же самое наступление Рождества, Рождественской ночи, она прислушивалась к церковным колоколам, то наши предки, которые жили много-много лет тому назад, но сохранили эту традицию уже просто как традицию, не веру, а просто как традицию, они прислушивались к кузне. И когда, и когда кузнецы ударяли своим молотком, это означало, это было то же самое, что потом переделанные церковные колокола. И все ожидали этого. И, кстати, 31 декабря везде у нас восходила молитва за руку, за десницу мастера-кузнеца. И этим мы давали дань создателю мира сего. По-абхазски бог, покровительствующий кузнецов, назывался Шашв. И этот весь день он был посвящен богу Шашв. Чем больше точек соприкосновения, тем прочнее связи. Я просто хочу напомнить тем, кто, может быть, не знает еще об этом, хотя сомневаюсь, что здесь кто-то не может не знать этого, возродил традицию святейший католикос патриарх Илья II, и сейчас, в общем, этому следуют многие дети и взрослые. В рождественскую ночь у окна ставятся зажженные свечи, 7 или 3, или даже 1 свеча,
это значит, что мы в дом зовем ангелов. Таким образом, сегодня ночью в 12 у наших окон зажгутся свечи, и они будут мерцать практически всю рождественскую ночь. Вот. Ну и напомню вам, конечно же, что шествие Алилу состоится завтра, и в нашем маленьком городке шествие будет с арбами. Традиционно на арбы будут укладываться все те дары, которые будут приносить люди и передавать тем, которых они считают, что, может быть, они хуже них встречают этот Новый год и Рождество, и детям, которым это особенно нужно. Ну что ж, сегодня наша передача подходит к концу, но мы уже встретили Новый год, и сегодня встретим Рождество все вместе. Мне остается только поблагодарить вас, Калатнона, с тем, что вы участвовали в нашей передаче сегодня в этот предрождественский день, и пожелать вам всего наилучшего. И нашим слушателям пожелать добра, здоровья, любви. Остальное все приложится, я думаю. Конечно. Я бы использовала эту возможность и поздравила своих друзей, просто всех абхазов, Ачанубзела, с Новым годом, Акырсабзела, с Рождеством вас, друзья. Чем больше точек соприкосновения, тем прочнее связи. Мы ищем точки соприкосновения на пространстве, где можем пересекаться. Оно разнообразно, далекое и близкое, понятное и непонятное. Повседневность, медиа, культурное наследие, что актуально для наших общественностей. Мы и дальше будем искать точки соприкосновения на прежнем месте в эфире радио Атхинат в понедельник, среду и пятницу 16:16.